Дела житейские только у нас на лайфе. Уже как пауки в банке, успехи сирийской армии на фронте в Алеппо приводят к конфликтам между боевиками. Джабхат ан-Нусра обвинила группировку Джунт аль-Акса в трусости. Они, в свою очередь, заявляют, что сирийский филиал Аль-Каиды специально послал их на бойню в Алеппо, чтобы стать во главе террористов. Джунт аль-Акса уже покидает Алеппо и уходит в Идлиб вместе с бронетехникой. Тем временем правительственные войска продолжают наступать. В Алеппо освобождены два здания Министерства обороны, а также артиллерийское училище и Академия ВВС. Кроме того, сирийская армия штурмует район Ар-Рамусы. Уничтожено 14 единиц бронетехники террористов. В плен попали 8 боевиков. Среди них 2 иностранных наемника. Если сирийской армии удастся полностью освободить Алеппо, это может стать коренным переломом в ходе войны.